хорошие ручки пристраиваются малыши-карандаши. Три кошечки и один котик. Возраст 2 месяца. Недавно родились. В конце октября 30 числа. Они все такие шустрые. Все очень любознательные. Бегают, мяукают. Ой-ой. Котята уже самостоятельно кушают. Приучены к лоточку. В общем, почти самостоятельные ребята. Мама у нас очень заботливая. Очень игривая и очень послушная. Играются, очень любят пальцы человеческие. Котики очень игривые. Котики пристраиваются в любящие заботливые семьи. Внимание! В Минской области, близ деревни Тарасова, пропала собака по кличке Бриз. Девочка молодая, рыжего окраса, невысокого роста, неагрессивная. Порода итальянский Кана Корса. Может находиться в любом районе и даже городе. Очень просим вас, если вы где-нибудь видели Бриз или же она находится у вас, позвоните, пожалуйста, по телефону, указанному на экране. Волонтеры помогли собрать очень большую сумму для вознаграждения тому, кто поможет найти собаку. Этим 6-месячным котятам, девочкам и мальчикам очень срочно надо найти дом и семью. Волонтеру, которая приютила их, нужно ложиться в больницу. За усато-полосатыми ребятами будет совсем некому приглядывать. К лоточку котята приучены, культурны, умны, обещают вырасти в настоящих красавиц и красавцев. Правда, в руки пока не даются, но это дело времени.